Дело в том, что в сериале «South Park» как раз и высмеиваются вот такие вот дебилы, которые принимают такие законы. И если идет такая реакция на этот сериал, это говорит только о... Не то, что недостаточно что эти люди недостаточно компетентны, а о том, что они недостаточно умны. Потому что те темы, которые поднимаются в этом сериале, он же философский на самом деле. Там каждый раз к любому вопросу, к любой проблеме они подходят с таким, с такой иронией и в то же время с таким цинизмом. Ну, мне кажется, это развивает как раз в человеке какое-то здравое мышление. Дети просто обязаны смотреть этот сериал. Просто я своих детей буду заставлять. Я пристегну их к дивану наручниками, буду заставлять смотреть South Park. А, не знаю, Роскомнадзор пусть не смотрит.